изящная красота необычного изображения скопления галактик Хаббл-2813 иллюстрирует замечательную физику, наглядно демонстрируя нам концепцию гравитационного линзирования. Среди крошечных точек, спиралей и овалов, которые являются галактиками скопления, присутствует несколько серповидных форм. Именно так проявляет себя гравитационное линзирование. Оно возникает, когда гравитация массивного объекта переднего плана отклоняет и усиливает излучение фонового объекта. Изогнутые полумесяцы и S-образная форма света на этом изображении не относятся к галактикам скопления. На самом деле, это свет от звездных домов, которые лежат далеко позади Хаббл-2813. Скопление галактик имеет настолько большую массу, что оно действует как гравитационная линза, заставляя свет от более далеких галактик огибать его. Такие искажения могут иметь самые разные формы, например, длинные линии или дуги, или даже многократно повторять изображение одной и той же галактики. Изображения гравитационного линзирования стали наглядным свидетельством того факта, что масса вызывает отклонение света, и они широко используются в качестве доказательства одной из самых известных научных теорий, общей теории относительности Альберта Эйнштейна.